Наверное, многие думают, что вопрос страшно или не страшно, опасно или безопасно. Вообще не в этом дело. Разница колоссальная, но для меня абсолютно вот заключается эта разница не в том, что здесь опасно, а там нет. Разница заключается во внутреннем напряжении и в контроле ситуации, контроль животных. Собак тоже надо контролировать, потому что особенно, когда их много, надо успеть уследить за всеми. Я вот, ну, порой чувствую, что у меня глаза и здесь, и на затылке есть, ухом вижу и глазом слышу, как говорится. Дай лапу. Дай. Ай, моя сладость. Ай, моя красоточка. Мои лапочки. Мои лапочки любим. Ой, я девочка. Гепард — это еще более тонкая работа. Их надо очень сильно чувствовать. Если, в принципе, не чувствуешь, не можешь сконцентрироваться настолько, что между нами есть только вот такой столб энергии, который ты управляешь, с помощью которой ты управляешь, то, ну, я бы по-другому не смогла работать. Просто делать какие-то механические движения без энергетики. Ну, я не умею. Может быть, есть, да, такие школы дрессуры, но я только вот на энергетике, на чувственные ощущения, на, ну, безусловно, применяю стандартные какие-то методы дрессуры, но в первую очередь это большое количество мяса.